Библия. Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други свои. Или кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? А вот Коран. Скажи, Мухаммад, не прошу я награды у вас за то, что возвещаю вам веру истинную, а зову лишь любить ближнего. Тому, кто добро творит, воздадим мы добром вдвойне. Воистину, Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро. А вот Тора. Не питай в сердце ненависти к брату твоему, снова и снова увещевая ближнего, и не будет на тебе греха из-за него. Не мсти и не держи злобы. Люби ближнего, как самого себя. И, наконец, слова Будды. В этом мире ненависть никогда не искоренить с помощью ненависти. Победить ненависть может только любовь. Это вечный закон. Если даже человек сделал добро, пусть он делает его снова и снова. Пусть строит на нем свои намерения, накопление добра, радость.